високе мистецтво приваблює не одне покоління і знавців, і любителів прекрасного. І вже не одне століття мистецтвознавці оцінюють стилі й течії, сучасники милуються або ж не сприймають роботи митців, а майстри за покликом серця дарують суспільству все нові витвори. І сьогодні наша розповідь про людину, яка по-особливому сприймає світ і вміє талановито донести сучасникам і нащадкам своє бачення життя земного. Заслужений художник України Венера Такаєва знана в різних країнах світу. І херсонцям особливо пощастило, адже ця талановита, відома художниця вже не один рік працює і живе в нашому місті. Счастье для художника – это иметь возможность, не отвлекаясь, заниматься своим любимым делом. То есть сам процесс, не только результат. Ну, конечно, очень приятно, если получилась интересная работа, это очень приятно. И вот коллеги всегда очень требовательны друг к другу, естественно. Вот, хорошо относятся, хорошо воспринимают работу, это очень приятно. Но особенно ценно, особенно важно – это процесс работы. Вот входишь, вот еще чуть-чуть, еще сделаю, вот так будет лучше, так, а потом, ой, нет, хуже стало. Нет, вот так вот, и заново начинаешь все. Вот этот процесс работы – это настолько увлекательно, настолько интересно. И вот именно в это время я ощущаю себя счастливой, именно в это время, ну, может, это и на холсте какой-то степени отражается. И это в это время я чувствую, что я делаю то, для чего я родилась. Затишна і гостинна майстерня Венери Такаєвої – це, скоріше, галерея портретів. З картин на вас дивляться актори і письменники, наукові та суспільні діячі, вишукані дами або ж романтичні дівчатка, веселі запальні студенти. Венера Такаєва – визнаний портретист, відомий як в Україні, так і за межами нашої держави. Вона працює в техніці і акварелі, і живопису. З 1976 року Венера Губайдуліна – член спілки художників України, а з 97-го року – заслужений художник України. Її любов до людини, глибоке відчуття психологічного стану особистості привели її к портретному жанру. Портретом я увлекалась всю жизнь. Для меня это не ново. С детства рисовала. Ну, сначала барышень с такими пальчиками, а потом постепенно стала рисовать уже подруг, и когда училась. Очевидно, я мало увлекаюсь пейзажем по той причине, что я горожанка. И еще меня очень интересует в портрете выражение лица. И разность людей. И люди... Ну, может быть, мне попадаются очень-очень хорошие, очень симпатичные люди. Люблю писать женский портрет, хотя мужские портреты я тоже пишу. И довольно активно пишу мужские портреты, но потом трудно взять их для съемок там или для встречи со зрителями, потому что женщины как-то так более общительные. Вот, и легче. А мужчина уж как повесил портрет на стену, так он же будет висеть, держать стены, как говорят. На произведении искусства картины, говорят, держат стены. И те стены прочны, где много картин. Я пишу несколько сеансов, постепенно человек раскрывается и находится что-нибудь самое интересное, самое лучшее для меня и для этого человека. То есть остается такой момент, который будет уже на... всю жизнь для внуков, правнуков, как говорится, остается такой образ. Ну, нахожу хорошее, душевное у человека. Если он просто в данный момент плохо выглядел, то это не отражается на портрете. Понад усе, Венера Губайдулівна полюбляє малювати жіночі образи. Вони сповнені особливою ніжністю, чарівністю, граційністю. В кожному портреті висока технічна майстерність і глибинна психологічна характеристика особистості. Вона бере на пензель багатство кольорів і повітря. Відтак народжуються образи емоційні, світлі і дуже правдиві. Тому й звертаються до Венери Такаєвої, аби стати моделлю для картини не тільки з усієї України, а й з інших держав. Нещодавно відбулася презентація двох картин – романтичний образ жінки та дівчинки-красуні. Есть люди очень броские. Так вот только увидел человека, и как-то сердце замерло. Вы знаете, это как первая любовь. А, вот хочу написать этого человека. И бывали случаи, когда я на улице просто останавливала человека и договаривалась. Но сначала говорю, не бойтесь, не бойтесь. Я художник. Но вдруг внезапно кто-то хватает за руку. Но было, я когда-то написала кореянку.
встретилась с ней. Два портрета с нее написала, один акварелью, один ей, а один был на многих выставках, на всесоюзной выставке, и в Киеве был на выставке. Вот. Ну, потом когда-то остановила Толик Конушенко, это, в общем-то, довольно известная в Херсоне личность. Он работал на заводе, но тогда он еще был совсем молоденький мальчик, учился в ПТУ. Этот портрет тоже был на многих выставках, хранится у меня. Но такие случаи бывают. А вообще, если человек хочет, чтобы я написала, я обычно всегда нахожу в каждом что-то хорошее. Поэтому, но... освещение хорошее. Вообще все люди красивы, только очень важно выражение лица. При самых правильных чертах лица, если человека, у человека ну, выражение лица неприятное, злое какое-то, недовольное, и чувствуется, что это вообще не очень хороший человек, то он и не кажется красивым. А если человек душевный, то у него всегда есть что-то хорошее, правда? Я делаю хорошее освещение, чтобы характерно было выявить какой-то характер, образ выявить. И потом, когда во время, когда пишу человека, то как-то это раскрывается, и иногда даже вот, как Наталью Михайловну, я, ну так вот мы с ней знакомы, и... Говорю, ну давай, Наташа, напишу оптимистичный портрет с тебя такой, вот как с Любой написала. Я портрет Любы Корсаковой когда написала, таким куражом она вся такая вот, да. Но нет, Наталья Михайловна такая лиричная, и постепенно-постепенно все это у нас, это весь, ну, легкий такой задор, кураж, все это ушло, и стал такой романтический образ, такой, какая она есть на самом деле. А детей вы рисуете? Да, конечно, с удовольствием. Правда, очень трудно. Они же вертят. Я внучку свою написала. А как-то мне привели малышку, что-то ей 4 лет еще не было, бабушка с дедушкой. Очень просили написать ее. Ну, я отказывалась, но они настояли. Так, конечно, привели девочку, там я наброски сделала, из ее одежды сделала так, типа там куклы такой, чтобы она ну, не может же долго позировать. Вот. Ну, написала, а портрет у них висел, и вот уже прошло много лет, и девочка эта учится в художественной школе, повлияла вот на ее стремление, стала художником. А ще Венера Такаєва з рідкісною досконалістю малює натюрморти. Предмети в цих полотнах багаті на кольори не випадково, адже художниця народилась на Сході. Прозорий виноград, сонячні кавуни, сповнені тепла квіти живуть в картинах особливим щасливим життям. І кожна робота Венери Губайдулівни випромінює енергію добра, щастя і любові до життя. І все це тому, що сама художниця – щира, оптимістична, чарівна жінка. Вообще, натюрморт написать, ну так, по-настоящему, тоже очень сложно. Особенно, если это фрукты, там, цветы, это очень быстротечно. И написать натюрморт, нет, это не потому, что отдых, это отнюдь не отдых. А довольно большое напряжение, потому что ну, за несколько дней вы никак не изменитесь, правда? А цветы тут же пропали, или фрукты вот сегодня поставила, летом вот, жарко, они тут же пропали, надо другие искать такие же. Я натюрморты пишу, потому что мне очень цветовое сочетание нравится. Я люблю натюрморты, чтобы были тоже такие праздничные. Когда я пишу, это радость, это счастье. И цветовое сочетание, цвет. Я, в общем-то, живописец, и цветовое сочетание в натюрморте для меня очень важно. И также и в портрете тоже. Как-то я стараюсь подобрать, ну, может быть, гамма яркая, может быть, гамма сдержанная, но сочетание цветов для меня очень важно. Цікаво, що під час спілкування з Венерою Губайдулівною відчувається навіть в атмосфері винятковий настрій і сяють промінці тепла і любові, що йдуть від душі чарівної художниці. Вы знаете, она очень обаятельная. Во время работы она просто преображается. От нее исходит такое лучистое сияние. Чувствуется, что этот человек прожил счастливую жизнь, прожил в любви. И она это излучает. Я очень этим заряжаюсь. Она не только передает красоту в портрете, она
говорит об этом человеку, что нужно ему подобрать, что не нужно, в каких гаммах. Также мне очень понравилось, что Венера Губайдулловна, она смогла передать мой характер с такой тонкостью, что даже моя мама удивилась. Потому что я человек такой разный, но она смогла именно передать всю тонкость моего характера. Интересно, а вы чувствуете, какая энергетика у человека, которого вы рисуете? Вы знаете, я вот чувствую, человек симпатичен мне или не симпатичен. Но я чувствую, что я очень много сил отдаю. Я подолгу пишу портреты и чувствую, что я отдаю энергию. И вот в Нижнем Новгороде, недавно мне позвонили из Нижнего Новгорода, сказали, что отдали на исследование моей работы и сказали, что от моих работ, причем это не были даже портреты, мы среди них портреты тоже были, но были натюрморты, идет мощная энергетика здоровья. Так вот они определили. Художник, вот способ выражения своих чувств у него не зависит от техники, может быть, вот в некоторой степени, а зависит только от того, что он хочет этим выразить. И огромную роль в этом играет культура, чувства художника, мастера, маэстро, скажем так. И способность художника сдерживать себя там, где этого требует его искусство. Вот я прочитала у одного исследователя творчества,